Отметили наградами в администрации города и участников окружного волонтерского молодежного проекта «Письмо северян». За социально полезную деятельность, активный вклад в общественную жизнь и неравнодушное отношение к развитию Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодарности вручили 10 волонтерам. Хоть и проект завершился, но мы с ребятами находимся под большим впечатлением, так как непосредственно более 2 месяцев мы ходили по квартирам, по домам, собирали ту информацию, которая может быть полезна для нашего города и нашим гражданам. Напомним, проект стартовал по всему Ямалу в этом году. Волонтеры собирали подписи и пожелания северян, а все поступившие предложения были проанализированы и сформированы в единое послание, которое направлено в администрацию президента России.